Получить ветеринарные услуги лабытнанцы, владельцы домашних животных, смогут совсем скоро. Новая клиника расположится по улице Обской в прежнем здании детского сада «Звездочка». Но для того, чтобы состоялось торжественное открытие ветеринарной клиники, необходимо сделать косметический ремонт и заключить контракты с энергопоставщиками. В этом здании несколько месяцев назад находился пищеблок детского сада «Звездочка». Теперь здесь будут оказывать ветеринарные услуги. Новый штат квалифицированных специалистов будут выдавать документы, вести прием животных, делать операции и вакцинации. В общем, весь необходимый спектр услуг будет оказан. Но для официального открытия еще необходимо заключить договоры с энергопоставляющими компаниями. Мы готовы были и с прошлой недели открыть это все, но с учетом того, что там нет воды, электричества, хотя бы минимальные требования соблюсти, чтобы санитарии, мы сейчас ничего не можем сказать по поводу точной даты открытия. Но я надеюсь, что мы решим этот вопрос на следующей неделе, и к концу следующей недели постараемся, чтобы учреждение открылось и оказывало государственные услуги населению и юридическим лицам. Сейчас время отпусков, и многие лабытнанцы хотят взять своего любимца с собой. Если вы едете за границу, то животного нужно чипировать. Без этой процедуры в другую страну не пустят. Для поездок по России достаточно сделать прививку от бешенства. Ее ставят бесплатной и получить справку. Сейчас эти услуги для лабытнанцев смогут оказать специалисты ветеринарных клиник города Салехард и поселка Хар. В городе Лабытнанги сейчас у нас только оказывают услуги по выдаче ветеринарных сопроводительных документов. Это юридическим лицам непосредственно на Гольштейне. Там выдают ветеринарные сопроводительные документы на грузы, которые вывозятся с территории города Лабытнанга. По словам руководителя Салехардского центра ветеринарии Вячеслава Хритина, уже сейчас ведутся переговоры с окружной властью. В будущем для лабытнанских четвероногих друзей появится усовершенствованная ветеринарная клиника в капитальном здании, где животные смогут получить необходимое лечение. Грумер создаст образ для питомца, а в гостинице хозяева смогут оставить своего любимца на время отъезда в отпуск.